Работу над рестайлингом доверили профессионалам с многолетним опытом. Новые логотипы, фирменный стиль были созданы компанией «Спорт Концепт». Первый логотип был бегущим леопардом, что символизировало погоню за более опытными соперниками, желание уверенно ворваться в КХЛ. Клуб чтит свою недолгую историю и не намерен забывать первую эмблему, поэтому на церемонии представления нового стиля игроки передали первый логотип для хранения самым преданным болельщикам леопардов – фан-клубу. На новом логотипе хищник смотрит прямо в глаза. Это означает, что началась настоящая борьба с соперниками. К нам уже другое отношение соперников. Мы уже не будем команда, которая только вошла в лигу. С нами уже будут считаться, и мы должны быть к этому готовы.